незаконно. Он мне требования предъявляет. Так, не мешайте работать. Это мероприятие. А также за неповиновение законным требованиям сотрудников. Куда все попали? Не мешайте работать. Не делайте больно. Вообще мы проходим. Не мешайте работать. Пожалуйста. Пожалуйста, не надо. От автобуса отходим, граждане. Правозащитная организация. От автобуса отходим. Это мы голосовали за Путина, хотя я голосовал. Правозащитная организация. Саша! Саша есть. Я сегодня пришла на Курцовую площадь поддержать ЛГБТ-сообщество, поддержать себя, потому что я очень устала от дискриминации, от мысли о том, что мне нельзя вот так вот выйти и сказать, что мне плохо. Моя страна не хочет слышать, что мне плохо. В моей стране все равно. Уехала в автобусе, а я стою здесь. И меня дали ЛГБТ граждан Российской Федерации. Нам не разрешают, как всем гражданам. Допустим, флаг ВДВ. Пачка! Да закрыто. Есть заявитель по этой акции. ВДВшники, задержите его. Ставили. Мне представили. Тема, она, соответственно, заглушается в средствах массовой информации и вокруг. А эти люди есть, и с ними тоже нужно как-то работать и уметь, соответственно, находить какой-то диалог и так далее. Требую незамедлительно прекратить участие в данном несогласованном публичном мероприятии.